Добро пожаловать в Акаристан. Это Контрабака Полизаха, и мы продолжаем. У нас тут новенькое письмо, давай почитаем. Начальнику пограничной охраны в Карикатке. Я тренер олимпийской сборной Кагастама. Один из наших игроков, Джулиус Зак, вчера не явился на сборы. Я до сих пор не могу с ним связаться. Вся его карьера зависит от этого выступления. Я боюсь, что с ним случилось что-то плохое. Я знаю, что он должен был перейти границу в Карикатке. Вы его случайно не видели? Уважающий вас, Максим Вагнер. Ох ты, елки. Все-таки это был олимпиец. Что ж вы ему документы-то нормально не сделали? Ну как я его мог пропустить с такими доками-то? Ай-яй-яй. Ну, что поделать. Что сделано, то не возвратить. Как говорится... Тревога, на нас напали, все к оружию. Да ёкарный, блин, только что выпустил одного персонажа. Пацаны, прикрывайте, прикрывайте. Мужик, куда он поехал? Стой, 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 не разворачивайся. Я же не это. Закрыт? Нет, открыто. Блин, свалил он. Так, беру автомат. И я пошел. Как часто они стали на меня нападать? Слушай, куда это ты бежишь? Готов. Граната мне нужна. Граната. Вот так вот вам. Писали в комментариях, типа, скорее подбирай с них все, что можешь. Вот. А, это я дробаш взял. Ёлки. Забирай, забирай патроны. Я дробаш взял, я хочу другую. Где винтовочка моя? Вот она. А я думаю, что они так ложатся просто. Конечно, с дробаша почти в упор. Ох ты, ёкарный, гранатой лупанули. Нифига себе. Игра проиграна, ты умер. Да не-не-не-не-не, давай-ка назад отматывай. Кстати, в комментариях мне еще сказали, что я играю за разработчика игры. Перезагрузить пункт досмотра давай. Беру автомат и сразу же лечу туда. Сейчас они у меня отхватят. Ого! Мужик вернулся, да, смотри как. Чуть на крышу не заехал. Офигеть. Ну чё, понеслась, да? Вон там сейчас постреляет, там видел, кто-то спрятался. Вылезет кто туда? Если нет гранат, то стреляй по бочкам. Давай. О, есть. Подорвали кого-то. Через свою лазечку, короче, полезу. Мне отсюда больше везет как-то. Готов. Ага. Шикарно идет. Все как надо. Я думаю, что пора бы уже и прокачать своих солдат. Купить им броню и все такое. Потому что нападений стало гораздо больше. По сравнению с прошлыми разами. Все чаще и чаще на нас нападают. Одним патроном убил его. Готов. Что-то не получается у меня шмонать этих трупиков. Пойду попробую. Вот здесь вот где-то. Где-то здесь вот. Оу, гранаты как отнесло. Еще одна граната прилетела. Давай, щупай чувака. Патроны для пестика, нормально, пойдет. Так, все, гранаты точно покупать надо, 100%. Мне, кстати, в комментариях писали, что я играю за разработчика игры. Кто-то смотрел его стрим, и он реально похож на нашего персонажа. По крайней мере, так сказали. Граната, убегаем нафиг. Убегаем. О, тут снова опасные бочки. Ёлки-моталки. Куда ты там подбежал? Вон там вот можно взорвать. Есть? Но плохо взорвал. Там бензин был, поэтому он не сильно-то и бомбанул. Че, все, патроны? А, нет. Патрики еще есть. Готов. Ёлки-моталки. Я прям на самой передовой. А их-то там просто вагон. Мужики, вам вместо пекалей надо дробаш да автомат выдавать. И винтовки. Гранату кинул. Засранец. Ёлки-мотал. А там еще взрывоопасные были бочки. Фух, я думал, это меня хедом разнесли, а это я. Ух, нормально. Вот, короче, смотри. 30 секунд не прошло, да, это я к тому возвращаюсь, что надо бы собирать трупики, с них патроны, но... Как только закончилась битва, вот только что здесь ушатал, да, хедом одного чувака, его уже нет, его уже убрали, все, почистили территорию. Такие дела. Короче, их чистить нужно, трупы эти, во время битвы. А во время битвы под пули лезть как-то не очень хочется. Очень опасно. Ну что, продолжаем, да, ничего и не было. Может быть, я просто съезжу еще контрабанду сдам. Как бы деньги нужны, хотя мне уже заплатили, я уже не в минусе, это уже хорошо. Мне нужно фальшивки сдать и сигареты. Контрабанду, думаю, вечером отвезу. А пока надо разобраться с вот этим чуваком. Что-то у него совсем все плохо. Ты заедешь или как, или что? Я сейчас попробую его пустить.
мужик. Я думаю, что это коллапс, товарищи. Ребят, я думаю, что вы еще и гудит. А что ты гудишь? Чем я тебе могу помочь? Опа, нарушение границы, вы не можете покидать территорию. А как мне тому чуваку помочь? Подскажите, пожалуйста, а как быть-то теперь? На своей тачке я сюда не заеду, чтобы пробить ему, знаешь, это жопу, и он как бы чтоб упал. Прошу прощения, я не могу проехать. Этот чувак мне говорит. Короче, я сажусь в свой драндулет. Я не знаю, получится у меня или нет, но я видел, что у тех, кто хотел пересечь границу очень быстро, у них это выходило. Берем разгончик и просто сбиваем шлагбаум свой же. Да, получилось. И просто врезаемся в эту тачку. Интересно, получилось или нет? Я помог ему? О, прикинь, помог! Е-е-е, я спасатель! Мне орден МЧСника, пожалуйста, выдавайте. Я красавчик. Я разрулил ситуацию. Мне же плохо стало от всего этого. Все, заезжай. Теперь все ок. Ну, елки. Дедуль, ну ты дал, так дал. Вначале свалил с границы, а потом еще застрял. Мой брат получил цветной телевизор. Наверняка все соседи придут смотреть трансляцию игр. А, олимпиаду цветную смотреть, это круто. Давай посмотрим, что у тебя в багаже. А что это в красной коробочке? Давай-ка выгрузим. Только обращайтесь с этим осторожно, а то что, взорвется? У меня тут до этого... О, у тебя прилично тут это... Порох, что ли, везешь? Давай-ка это все хорошенечко запишем и осмотрим. Ящик яблок. В таких красных контейнерах. Смотри, тут еще и замки. Замки на яблоках. Что-то как-то... Где-ка мой ломик? И вскрою эти коробочки. А, они так просто не взламываются, эти коробки, слушай. А, топор нужен. Угу, действительно яблоки. Так, так, так. И здесь тоже яблоки. Ну хорошо, а нафига ты их под замок-то закинул? Проверим твою тачку. Она у него Азар 5. И действительно, это Азар 5. Максимальный вес 2890. Взвешиваем. Проходит. Максимов, а загрузи-ка весь груз ему. Мы сейчас посмотрим максималочку с грузом. Ну-ка, ну-ка. До этого было 2000, теперь 2570. Все равно проходит. Короче, дед оказался нормальный, поэтому пропускаем его. Езжай. Мне, кстати, в комментариях говорили, а что ты F1 не нажимаешь после досмотра? Ну вот сейчас и нажму и посмотрим. Давай. Давай, жмись. Во! Итоги досмотра. В этой сводке вы найдете все ошибки последнего водителя. Если он был контрабандистом, вы также узнаете, где он прятал нелегальные товары. И это только вы сейчас не об этом пишете. Да уж. Значит, я тут все проверил, кроме разбитой фары. А так все просто отлично. Чё ты там? Давай, доки. У нас тут мужик приехал. Унитазы везет. Видимо, в Акаристане их не хватает. Написано, что он приехал на Азам-72. Да я сразу сходу скажу, что это не та тачка. Нива должна быть 4 на 4 там написано. 4 на 4. Где Нива? Вот она. Варила 4 на 4. Тип автомобиля не тот. Проверим толчки. Вот. Вскрываем. Ничего нету. А в бачках можно проверить? Не, бачки нельзя проверить. Короче, Хаким, ты не проезжаешь. У тебя с документами бардак. Въезд запрещен. Давай проваливай. Опаньки, ты видел, кто заехал? Смотри сюда. КГБ. КГБ. Это контрабандист. 100%. Добрый денечек. Добренький, добренький. Я тебя так долго ждал. А ну, выходи. Можно было бы его за шкварник взять и выкинуть из тачки. Это было бы эпично. Ну что, гони свои документы. Я уже знаю, что ты контрабандист. Можешь тут не подлизываться. Мне кое-что нужно. У тебя есть что-нибудь на продажу? Не, я уже все пробарыжил в прошлой серии. Так что у меня ничего нет. Вот здесь контрабанда. Где там мой командос? Ух ты, сколько сигарет-то! Три пачки целых. Что ты там поторговать хотел? Опа, за рулем, смотри, спрятал. Ничего ж себе. И такое бывает. Давай-ка посмотрим, что в салоне. Ну, в смысле, в багажнике. Эй-эй-эй. Не надо меня так шмантылять. Сено, значит, да? Сено убираем. С мешком.
Ну, контрабанда здесь, походу, не пахнет. А вот здесь вот пахнет. Вскрываем. Че там, че там? Во, выпадай, выпадай, сигаретки. Куда еще запихал, колись? Под капотом, небось? Ну да. Ого, как он заныкал-то. Мужик, я как раз сегодня вечерком хотел ехать контрабанду сбагривать. У меня прям сегодня бинго. В общем, ты арестован. Что? Нет. Шериф номер один. Достижение получено. Скидываем контрабанду. И пошли доделать свою работу. Уже, блин, ночь. А у меня там еще одна тачка стоит вроде. Ну да. Ну давай уже заезжай. Сколько там времени-то? Ёлки. Уже 10:30. Вот это время летит. Кто-то у нас там? А кого мы последнего-то ищем? Акаристан. Ты с Акаристана? Если ты с Акаристана, значит ты контрабандист. 100%. Давай долги свои. Ну-ка. Не, королевство РК. Короче, у мужика проблемы с описью грузов, поэтому он не проезжает. Въезд запрещен. Теперь погнали отвозить контрабанду. Надо поднять лавандосиков. Открывай, шестерочка, багажник. Закидываем все вот это барахлишко сюда. Какая же... А, все, места нету, да? Блин. Ладно, остальное в кармане поедет, не страшно. Думаю, вначале заедем с тобой инструменты у Влада. Куплю у него гранат, да патронов побольше. А потом в отдел полиции. Опа-на! Вау-вау-вау! Мне колесо проткнули. Не, я с ними не буду там куролеситься. Я поеду дальше. Сейчас хочу выйти, посмотреть, мне реально колесо спустили. Твою ж мать, вот засранцы-то, а! Надо вернуться да наковылять им, да времени нет. Здорово, мужик, он тут постоянно сидит и курит. Это, видимо, лучший друган Владяо. Да что ж такое-то, все на меня открывается. Здорово. Я, короче, хочу купить у тебя патроны для автомата. Две обоймы хватит. И гранатку. Две штуки. Поехали дальше. О, да я тут дорогу перегородил, из-за меня проехать не могут. Приехали, наконец-то. Выходим. Ёлки-палки. Капец. Это я так в магазин съездил. Все лобовое разбито, боковое разбито, сзади разбито, колесо спущено, капот помят. Ну, блин. Мужик, мне нужно тачку починить. Выкупай все, что у меня есть. 182, продано 14 предметов. Ну, теперь можно и домой. Вот жопа же. Вот надо ж было ему именно сегодня упасть. Я топор просто оставил на складе, чтобы контрабанда в карман влезла. Поэтому, мужики, ни у кого топорика нет. О, да тут пробка прямо организовалась. Ну и пусть стоит, а я в объездную поехал. Ох ты, елки, моталки-палки. Все, вам хана сейчас будет. Это ж, по-моему, те типки. Те типки. Все, укокошил этих уродцев. Пойдем теперь патрики с них пособираем. Будете знать мне, как колеса протыкать своими пулями. Вот елки, они мне дверь отстрелили. Ну вообще удачно в магаз съездил. Проедусь по ним. Чего уже, им все равно пофиг. Капец, что-то я все дела свои очень долго делал. Смотри, уже рассвет. Все, приехали. Наконец-то. Сейчас фиксику тачку отдам. Чтоб он ее починил. Ребин, чини точилу. Так точно. Ништяк, как новенькая. Время у нас уже 7:30 утра. Как бы смысл ложиться спать, да? Я пойду в компик порубаю лучше. Что мы здесь сделаем? Я хочу Максимова улучшить. Он будет у нас теперь супер крутой. Че, Максимов, как тебе новая униформа? Младший сержант Максимов теперь крутой. В бронике со всеми делами. Новый день, новый день. Можно дряпнуть стопочку и огурчиком закусить. А вот я понять не могу, вот это белое, это что? Это козье молоко, что ли, или как, или что там? Чё-то лицо у тебя какое-то странное. Ты не контрабандист, случайно? А откуда ты? Акаристан! Смотри, фотка какая. А где у тебя усы? Слушай, я сразу говорю, что это не ты. Фото не твое. Давай-ка вылази из тачки. Сейчас будем тебя очень хорошо осматривать. Ты, походу, контрабандист. Потому что на тебя сводка есть. Чё везёшь? Ух ты, горючий сколько. Вытаскиваем, все вытаскиваем. Вот так вот, осматриваем все хорошенечко. Колеса проверяем. Нигде ничего не вижу, походу,
зря я так на него бычу. Кроме фотки, у него, походу, все в порядке будет. Сейчас посмотрим. Так. Горючка, значит. И бочки. Бочки с чем? А, бочки с огурцами. Пошел, короче, за топориком, надо бочки поломать. Вдруг там кокаинома. Ну-ка. Нет, огурцы, слушай. И здесь тоже. Ну, елки. Топор сломался. Извините, долго еще? Ты будешь ждать, сколько я тебе скажу, блин. Через эту дырку придется смотреть. Ну, там тоже огурцы видно. Хм. Здесь контр... Вот эту штуку я не буду трогать, потому что если долбану, как все взорвется, тот воздух улетит, вон тех ворон тоже ошпарит, и у меня получится вороны-гриль здесь с неба будут сыпаться. Так, тут у нас что-нибудь есть? Только осторожней с обивкой. Да не переживай, я сама аккуратность. Все довольны, отсюда уезжает. Ну, я, короче, не знаю, где... Канистра со... А-та-та! Контрабаха! Хо-хо! На самом видном месте, слушай, затарил. Вот этот поворот. Возьмите эти деньги. Не садите меня в тюрьму. Сколько там бабла? 570. Нет. Не-не-не, не возьму. Нет, я буду вертеть. Косарь гони, вот тогда я тебя пропущу. 570 это маловато. Да. Ну что ты там? Все, убрал свои деньги. Тогда пошли в тюрьму. Что за день? Да, дерьмовый для тебя день. Для меня вообще шикарный. Ну, посиди здесь. Блин, уже и тюрьма заполнилась. Эх, вы должны отвезти заключенных. Да знаю я, знаю. Хотя, блин, нет, я лучше сам их отвезу. Бобик вызывать мне нет смысла. У меня тем более контрабанды мало. Давай-ка посмотрим, хорошенько мы обыскали этого. Прикинь, ты прикинь, я у этого чувака нашел всего одну контрабанду. А куда ж он еще три штуки спрятал? Смотри, что написано. Места, где прячется передний бампер. Под передним бампером спрятал металлическая бочка. Все-таки в бочке спрятал, негодяй. И передняя решетка. Вот скотина как заныкал-то, а я туда вообще даже не смотрел. Ну вот в бочке у меня было подозрение. Но честно, мне не хотелось их курочить, потому что там было написано взрывоопасно. Вдруг реально бомбануло бы. Со мной всегда рядом находится Максимов. И я такой подумал, а почему бы Максимова не прокачать еще лучше? Поэтому Максимов у нас теперь будет вот такой вот, в каске. Еее, Максимов на максималочке! Элитный боец Макс. Красавчик. Поеду, короче, я отвезу заключенных и заодно заеду в гостиницу под пьяным медведем. Потому что там, как мне написали в комментариях, я забыл записку КГБ. Ну чё, ребят, подъем. Поехали. По вам уже рудник плачет. Ты чё, дрыхнешь, что ли? Ты это, давай поаккуратнее, у тебя тут всё-таки преступники сидят. Ну всё, по коням, ребятки. Опаньки, опа. Засада. Так, сейчас накажем этих чувунгачкуков. Ух ты, елки. Чё такой живучий? Ой, я мазю. Слишком далеко, готов. Последний. Еее, всех переколошмарил. Собираем с них деньги. О-хо-хо, как он закинул ногу-то. Это ты полегче, дружище. Я как бы не из этих. Вот и все. Всех обыскали, можно ехать. Вы там все живы? Так, сейчас подождите, может там кого задело, надо посмотреть. Все там живы? Где дверь-то, блин, с другой стороны? Все в порядке? Никто не обоссался, не обосрался? Ну вот парни и приехали, сейчас будете вкалывать здесь. Там ваши напарники трудятся вовсю. Тут еще очень прикольный, хороший, добропорядочный сержант Маналов. Забирай заключенных. 480, как всегда. Ценник не меняется. Ну все, теперь нам нужно обратно в подпьяного медведя вернуться. Еще одна засада, елки-палки. Ух, чуть в ДТП не влетели. Короче, насрать на них. Едем дальше. Вот и гостиница, мы снова здесь. Надеюсь, там нет никакой преступности больше. Ого, как тут живенько-то, оживлененько. Значит, открыто. Здрасте, я посмотрю, мне тут надо записку найти одну. Она, по-моему, на складе была, как мне писали. Уборщика нету. Сейчас посмотрим. Где это может быть записка? Записулька. А, вот он, уборщик. Ну, привет. Кстати, с ним можно поболтать? Точно, можно, но диалогов нет. Где же записка-то? Ага, нашел. Вот он, документ КГБ.
соточку подняли. Теперь у меня два документа из 14. Ну, теперь можно и на таможню возвращаться. Единственное, я хочу посмотреть, там Олежу-то убрали отсюда? Ага, убрали. О, блин, только приехал, думал, сейчас посплю, а тут вмешательство какое-то. Ладно, давай возьмем. Что нужно сделать? Перехват контрабанды. Мы получили наводку о том, где спрятано большое количество контрабанды. Контрабандисты зарыли ящики на заброшенном кладбище. Поможете перехватить контрабанду? Ого, конечно, без проблем. Доберитесь на место, прежде чем истечет время. Найдите места, где спрятана контрабанда. Вам понадобится лопата, чтобы ее выкопать. Остерегайтесь людей Оберанкова. Они могут ошиваться в этом районе. Вознаграждение $800. Да, конечно, беру. Все, погнали. А, лопата. Подожди. Перехват контрабанды. Это мне не то. Лопата у меня есть? Сейчас, минутку. Я посмотрю, у меня же была лопата. Где-то здесь я ее спрятал. Вот она. Все, отлично. Все, вооружен до зубов. Поехали. Поедем на буханке, потому что я ее на шестерку не успел поменять. Ого, вот оно кладбище. Круто. Перехватите закопанную контрабанду. Сейчас попробуем. Ух ты, да их там нифига себе, а я тут один совсем. Где, откуда? Вон тут вот где-то. Где-то здесь. Готов. Готов. Один на один остались. Есть. Давай-ка порыщем по карманам, пока никто больше не приехал. Где у нас может быть зарыта контрабанда? Ультрафиолет нам поможет? Я надеюсь, что да. Где же? А сюда можно зайти? Опа. Слушай, ну тут вроде ничего такого. Лопата же нам неспроста нужна. Значит, нужно где-то что-то выкапывать. Просто ультрафиолетом ищем и все. Блин, кладбище-то здоровенное. Огроменная, я бы даже сказал. А, может быть, подожди, может я вот тут копну? О, прикинь, чисто случайно. Ай, кто-то мне там в жопу стреляет. Откуда, где? Вот так вот. Готов. Где еще один? Полицка будет убит! Кричит вот этот китаёз или кто там. Значит, что у нас тут? Открываем. Офигеть, забрали. Понятно, как теперь искать контрабанду. Там, где полянка такая залысинная, знаешь, ну, как будто недавно закопали, там, значит, контрабанда по-любому закопана. Ищем еще такие местечки. Где-то... А пойдем в здание зайдем. Посмотрим, что у нас там имеется. Вон там вот чистая полянка. Вот тут может быть закопано. Сейчас. Закрыто, блин, туда не проникнуть. Эх, давай вот здесь вот лопатой поработаем. Ну-ка. Ня. Нету здесь. Здесь точно нету. Во, вот здесь. Ага. Выкопал. Все, валим быстро валим. Валим вот сюда. Хедик сейчас хочу сделать. Опа. По одной пукалке из автоматика. Не получается по одной. Вот и все. А нет, не все. Какой живучий попался. Пойдем обыщем их. Жалко, в них денег нет. Вот серьезно, одни патроны. Ну хотя у бандитов откуда бабло? Ну блин, хотя бы пару копеек, да? Какие-то нищие бандиты. Ну чё, последняя ямка осталась. Последняя ямка. Где может быть зарыты контрабанды? Вот здесь? О, точно. Да нафиг ты ножик достал-то? Копай. Смотри, как быстро копаю. Забирай. Убегай. Ай-яй-яй. У меня тоже автомат есть. Вот у него надо патроны забрать от автомата. Присядем. Готов! Снайпер второго уровня. $800 в кармане. Просто на изи. Два рожка для автомата. Круто. Все, сейчас последних обыщу и можно домой отсыпаться ехать. Вечериночка удалась. Спать буду, думаю, вообще отлично. Перестрелка на кладбище. Самое то для хорошего сна. Да елки! До дома мне дадите доехать, нет? Сейчас я прям в тебя выйду. Елки, больновато. Полицка. Сейчас, да? Ну, ты, конечно, вовремя подъехал, когда он стрельнул. Меня защитил. Красавчик. Так, у кого-то здесь были патроны. Да стой, я тут, блин, хожу.
Меня тут раздавить пытаются. Вот рожок, 4 штуки. Все, поехали. У меня уже тачка дымится. Если сейчас на меня опять нападут, или я куда-нибудь режусь, то тачки крынтец будет. Я вместе с ней на воздух взлечу. Ну и, собственно, и серия тоже подошла к концу. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк, подписаться, если ты еще этого не сделал. Можешь еще и комментик годный оставить или негодный. Так быстрее время пролетит до следующего ролика, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи!